Koniec z biletami. Próbowałam ich zatrzymać. Nic się nie stało. Przynieś dwie wody z cytryną. Żadnej wody. Ty bierz cytrynę. To całurką bierz cytrynę. Dekoracje, kostiumy. Wspaniały musical. Pobawimy się w dobrego i złego wina. To sprawdzony sposób. Naskoczę na niego i za chwilę ty wkroczysz do akcji. Skąd wziąłeś kasę? Z którym kartelem narkotykowym współpracujesz? Będę rozmawiał z tobą. Ty jesteś normalny. Chcę cię w ziemię, gnoju. Powinien być dobry pan policjant. Co происходит? Przepraszam, postanowiłem być bardziej agresywny niż ty. W końcu graliśmy dwóch złych gierzy. Dobrego i złego. Ja miałem być tym złym. Ty dobrym. Widocznie źle cię zrozumiałem. Patrz, co zgarnąłem mu zbiórka. Bill. 7 razy dzwonił do siedziby loterii. To może być nasz dowód. Всем привет, ребятушки, доброго дня. Сегодня у нас суббота, и я буду опять заниматься двором. Несмотря на то, что ночью был дождик, на улице очень такая приятная погодка, правда, поднимается ветерок. Утром я в 9 выходила на улицу, ветра вообще не было, было так хорошо, но у нас тут постоянно какой-то порывистый ветер, постоянно. А я вообще хотела похвастаться вам. Я вчера позанималась двором и потом занималась творческими работами. Ну, потому что скоро Пасха, и, естественно, нужно делать как бы поделки. Как говорится, не нужно откладывать все в долгий ящик. И я вчера немножко потрудилась и покажу вам несколько своих новеньких работ. Этот веночек вы уже видели, кролика из пробки тоже видели. И сюда, на эту стену, добавился еще вот такой миленький весенний веночек. Тут у нас перышки, сизаль, яйца, такие а-ля цветочки. И зайчика ушки торчат. Мне очень нравится, он такой нежный. И красиво все это вписывается в одну композицию. Еще сюда нужно что-то придумать, повесить. Но дело в том, что этот саморезик, он так как-то близко расположен. И я, честно говоря, думала, какой-то веночек тогда по диаметру. Его надо делать маленький. Ну, в общем, у меня уже есть идея. Возможно, сегодня даже и воплощу ее. Посмотрим. В общем, есть идея, как можно это сделать, чтобы именно здесь висело, и чтобы оно все сочеталось друг с другом. Мне очень нравится. Так, ну, этот веночек я еще в прошлом году собирала. Здесь ничего такого, как бы, суперсложного нет. Обычные пластиковые яйца, бантик добавила и сформировала такой веночек. Дальше здесь у меня вот такая работа. Мы вчера с Милошем смеялись. Я, конечно, извиняюсь, не принимайте близко к сердцу, но дело в том, что мы вчера с Милошем, к нам пришла такая идея, что это похоже пасхальное яйцо на украинский флаг, ну, потому что здесь, да, цвета украинского флага, голубой и желтый. Только местами нужно было поменять, вообще было бы тогда в точности украинский флаг. А этот такой у меня а-ля цыпленок или кто это такой, пасхальное такое чудо, которое я сотворила сама. Милаш говорит, что он похож на этого, на вояку. Я говорю, так это вообще композиция ЗСУ. Такие перышки у него. По-моему, очень такой миленький, прикольный. Сейчас мы его сфоткаем. Сфоткать его хочется.
Там где-то в комментариях мне написали, я уже, честно говоря, не помню, то ли в ТикТоке, то ли в Инстаграме, то ли это личные сообщения были. В общем, кто-то написал, что типа, зачем ты добавляешь, постоянно показываешь, типа, веночки, то все, ну, как бы купила, повесила и все, один раз показала и хватит, типа. Ребята, я их не покупаю, я их сама делаю. Естественно, есть то, что я покупаю для того, чтобы создать полностью всю работу. Например, вот эти вот яйца из пенопласта. Ну, понятное дело, что я не буду их вырезать из пенопласта. Ну, вы представьте, как это вырезать. Во-первых, нужно найти конкретный пенопласт. Во-вторых, это очень кропотливая и трудоемкая работа. Куча будет мусора, куча будет пенопласта, весь дом будет в пенопласте, я вся буду в пенопласте, поэтому что-то я покупаю. Пластиковые цветы, я их тоже покупаю, как бы, ну, зачем мне их? То, что я могу собрать, но это в основном там, не знаю, в новогодних, да, работах, там, шишки какие-то, кора, фисташки, там, не знаю. То, что я могу собрать природные материалы, я собираю. Бусины я их тоже не выпиливала, не вытачивала. Я их купила и собрала вот такой венок. Здесь у меня ушки сама я делала. То есть, ну, я не понимаю. Здесь, например, в этой работе вот это я плела. Опять же, я создала сама композицию. В магазине это в магазине продается, как там видят на фабриках, на этих заводах и собирают. А я создаю сама своими руками. Какой-то бред такое написали, я, честно говоря, была в шоке. Зачем ты, типа, это выставляешь постоянно одно и то же? Ну и пойдемте, я вам покажу веночек самый главный. Это у нас на входе, который... Я, честно говоря, когда прочитала это, я была в шоке. Но неужели человек не понимает, что можно купить уже какой-то материал и самой собрать в какую-либо композицию? Смотрите, какой венок. Милашу безумно понравился, говорит, такой весенний, такой красивый. Здесь у меня и цветочки, и сизали, и яйца, и птичка здесь весенняя сидит. Бантик такой красивый. Ой, что-то тут. Вот. А, еще и шкроликов сделала. Сейчас покажу. Вот они, зайки. Тут у них верба, яичко. У одного есть цветочек, у другого нет. Милаш сказала, что это девочка. Это мальчик к ней пришел с цветочком. Цветочек, кстати, я сама это делала из гофрированной бумаги. И я сегодня сидела, смотрела и подумала, знаете что, наверное, я добавлю немножко каких-нибудь ярких красок на само вот это яичко, чтобы оно такое было, как писанка. Хочется там желтый, зеленый, голубой, так сделать покрасивее, поярче. Ну, мне нравится, кухонный, тебе нравится? Ой, чуть не упала. Милаш. Так, подобающе. Подоба? Mm-hmm. Покупаю, что-то я сама делаю. Вот здесь, в принципе, из того, что купленное, это сизаль и вот эти веточки вербы. Все остальное, ну как, ну материал, понятное дело, что тоже покупается, если так разобраться. Зайцы сделаны из картона, потом они зашпаклеваны, потом они покрашены. Все. В принципе, тут как бы копейки вложения. Ленточка, это вообще, по-моему, пижаму покупала. И у меня ленточка, она была завернута, эта пижама. Ой, короче. Короче, не понимают творческую натуру. Художника обидеть может каждый. Это тоже огромная работа, огромный труд. А ну-ка. Посиди, подумай, как это создать, как это сделать, из какого материала. Цо? И, кстати, я стрелки пыталась. Я вообще не хотела краситься, потому что мне надо на улице там такая довольно пыльная, грязная работа. Но дело в том, что я купила уже давным-давно такой маркер, да, для того, чтобы рисовать им стрелки.
я не могу к нему приловчиться. И вот я все-таки как бы еще есть у меня надежда, что я все-таки научусь им рисовать стрелки. Но все время у меня получаются какие-то не стрелки, а я не знаю, что это такие ужасные. Просто у меня один есть, но он там такая кисточка тоненькая. И он так аккуратненько рисует, все хорошо. И этот же рисует, как не знаю что. То ли я такая... Не могу. Что ты ржешь с меня? Ржи. А еще я у Милоша пайту новую отжала. Ну как новую, старую. Ну, вот не так много. Старую пайту отжала. Ну, не купаю же практически. Я, короче, себе вообще ничего не покупаю, ну, за исключением спортивных штанов. Все, вся одежда, в которой я убираю там во дворе, в доме, это все мне передается по наследству от Милоша. Ну, и с одними презенты доставят на уродине убрания. Ну, так одни, знаешь, я ж на выход достаю убрания, а не все. Я. А, ты? Я. Ну да, Нина Милошу такие классные футболки подарила, пайту Милош такой обожает свою вот эту такую помаранчевую пайту. Он ее обожает, всегда говорит, что оденешь? Пайту оранжевую, помаранчевую. Я говорю, ну может что-то другое, это постоянно мне. Нет, я хочу ее, мне в ней выгодно, она такая, это, мне кажется, эту пайту ты больше всех любишь, да? Она хоть, ну, даже больше, чем та зеленая. Как есть тепло, то не из-за горонца в ней. А как есть холодно, то из-за ней тепло. Выгодно. И футболки такие красивые Нина ему подарила тоже. Ну, бо у Нины есть вкус. Вот у тебя теж, мне теж подобаются вещи, которые ты не купуешь. Добре, коханы, пошли до работы. Шибко! Раз, два. Я чекаю на тебе. Ребятушки, смотрите, кто там ходит. Я просто тут собираюсь поехать в Журомин. Мне надо в Мрувку. Смотрю, а тут на поле ходят журавли. Ну, конечно, не так близко, но тем не менее. Они поближе были, конечно. Я пока за телефоном домой сбегала. Вдвоем прилетели парочка. Ходят, что-то там ищут, кушают. Ой. У нас сегодня что-то так пасмурно, дождик постоянно, похолодало. Ну, Милош говорил, что будет холодно. Ой. А я собираюсь, мне надо поехать в Мрувку цемент купить. Потому что завтра воскресенье, все закрыто, ничего не работает. А я хочу доделать как можно быстрее то, что начала, скажем так. И поэтому поеду куплю, потому что завтра буду тоже заниматься двором. Даже если будет дождь. Сегодня был дождь, я прям под дождем все делала. Но куда? Никуда не денешься, надо делать. Ветер холодный. Короче, надо быстренько съездить. Время 4 часа. А сегодня Мрувка вроде как до 7 работает. Но мне почему-то кажется, что в субботу они закрываются раньше. Соседка гирлянды снимает. Вот дождик сегодня припустил. Мне как работать, так и погода портится. Мне в любом случае надо доделать все до конца марта. Ну а по-хорошему, если я уже начала, то надо это доделать так еще дня 2-3 максимум себе даю, чтобы в среду уже все было готово. Не люблю долго растягивать. А кто там стоит на поле? Аист?
ладно. Нету ни аиста, ты лебеди что ли ходят? Лебеди ходят. Я, честно говоря, сейчас удивляюсь. У нас чаек столько много. Сколько вот здесь живу в Бензамине, я не видела чаек. Сейчас у нас куча чаек. Откуда они? Непонятно. Взяла 3 упаковки цемента, стоит он 18,99 за 25 килограмм. Смотрю, здесь вот эти вот плиты мне так нравятся, под камень. Красиво, конечно. Так какую-то стену сделать одну, было бы вообще шикарно. Нам бы... Неплохо было в коридоре бы обновить, потому что там такая типа а-ля клеенка пробковая, что-то непонятное. Ну, кое-где она уже, конечно, потрескалась. Кое-где уже такие дефекты, повздувалась. Интересно, как ее можно просчитать и как ее класть. И мне интересно, тяжелая она или нет. А, вот это она вот такими идет кубиками, да? А, она, наверное, вся такими мелкими кубиками. Я что-то думала, это, знаете, вот так, ну, как бы, как представлено, вот, такой, вот таким пластом и можно купить. Она, наверное, совсем маленькая. Не знаю, зачем я смотрю, просто смотрю, потому что мне интересно. Раз уже я в Мрувке, то решила посмотреть. А еще я думаю взять колодец. У нас там крыша поломалась, прогнила. Взять колодец, отремонтировать и набить на него вот такую штуку. Кто знает, нормально будет. Но я, по-моему, видела колодец у кого-то во дворе, и на нем была такая штука. Это же для крыши. Если на дерево такое набить, то, думаю, нормально будет. Сколько тут стоит? 95 злотых. Но у нас где-то есть такие штуки, остались с крыши. Где-то я в сарае что-то такое видела. Надо поискать. Но это попозже буду я искать. Тут больше ничего меня не интересует. Можно идти на кассу. Блин, тяжелый возик. Я с ним не справлюсь. Буду его так вести. Капец тяжелючий. Он еще едет не туда, куда мне надо. А что это такое? Пластик такой продается цветной. Ой, слушайте, можно ж на колодце крышу такую сделать. Она, наверное, поломается быстро. Наверное, это невыгодно. Вот по строительным магазинам, там декор для дома, я люблю ходить. А вот одежда не. Ой, сколько тут дерева всякого разного. Можно что-то делать. Ничего, скоро Милош мне купит лобзик, и я буду делать из дерева что-нибудь. Но он должен был мне на 8 марта купить еще этот лобзик, но мы, к сожалению, никуда не ездили. Ладно, ребята, покачу я как-то эту тачку, потому что она вообще неуправляемая. Одной рукой мне вообще неудобно. Блин, она у меня в бок едет. Капец.